Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Безумный Тахир на перепутье. Видат знает, что опекунство над ребенком не дадут отцу, который обвиняется в жестоком обращении. Поэтому он подготавливает заявление для суда, в котором говорится о том, что Нефест сошла с ума. Таким образом, он постарается доказать, что ее утверждения о жестоком обращении тоже выдуманы. Нефес видит галлюцинации из-за лекарств, которые ей подмешивает Берак, но под давлением Тахира начнет брать психологическую помощь у профессионала. То, что Тахир услышит во время этого периода, заставит его обезуметь. Отныне для него остался лишь один путь – утопить Видата в Черном море. И единственное, что его удерживает от убийства, это вера. После того, как Мустафа спас Егида в семье Калери, наступила ранняя весна. Но никто не знает о безумном плане Тахира. Он втихаря попрощается со всеми. Убьет ли Тахир Видата? Любовь Нефес и Тахира навсегда останется в заключении? Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Ты расскажи, Кара Денис». На русском языке, который появится на ваших экранах уже 11 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!